Здравствуйте. Рассмотрим пример обсуждения закупки на электронной торговой площадке SmartTenderBiz. Для этого перейдем к государственным торгам. Найдем интересующий нас тендер. Чтобы перейти к обсуждению обжалованию закупки, нажимаем данную кнопочку. Здесь можно задать интересующие вас вопросы и получить ответы от организатора закупки. Создадим вопрос. Вводим тему вопроса и описание. Выбираем тип обращения – вопрос или жалоба. Также можно указать вложение. Добавляем вопрос. Далее перейдем к организатору торгов. По тендеру на вкладке «Обсуждение закупки» он видит, что к нему поступил вопрос. Просьба ввести уточнение. Как он может это сделать? Переходит к тендеру и по кнопочке «Расчет» вызывает изменение тендерной документации. Указывает, что это уточнение. Далее открывается документ, в котором он может ввести уточнение. Сохраняет данный документ, подтверждает его прикрепление к тендеру. Далее мы видим, что в документации к тендеру появилось уточнение. Далее, после того, как он ввел уточнение, он должен зафиксировать изменения тендерной документации. Выбираем. Далее ответим на вопрос поставщика. Переходим к обсуждению закупки. Открываем вопрос на корректировку и вводим ответ. Устанавливаем признак готовности ответа. Сохраняем. Подтверждаем отправку ответа. Теперь мы можем увидеть ответ на сайте. Проверим наличие уточнения в тендерной документации. Для этого скачаем тендерную документацию и откроем наше уточнение на просмотр. Вот видим созданное нами уточнение. Зададим еще один вопрос. Перейдем к обсуждению обжалования. Добавим вопрос. Добавляем. Далее переходим к организатору. Видим новый вопрос. Попробуем откорректировать тендерную документацию. Вызываем расчет. Выбираем изменения тендерной документации. Изменения. Далее переходим на вкладку «Документация к тендеру». И видим, что документы стали доступны к редактированию. Выбираем запрос на коммерческое предложение. Нажимаем кнопочку «Изменить файл». И откорректируем предмет закупки. Далее сохраняем документ. Подтверждаем обновление вложения. Далее переходим к тендеру, вызываем расчет и подтверждаем фиксацию изменения. Ответим на вопрос поставщика в обсуждении закупки. И подтверждаем наш ответ. Далее проверим на сайте, как была изменена наша тендерная документация.
наш ответ. Далее скачаем тендерную документацию, проверим наши изменения. Откроем запрос на коммерческое предложение и видим наши исправления. Всем спасибо за внимание. До свидания.